Друзья, замечательная киевская художница Ольга Барашекова, вот посмотрите, она справа от меня, сделала мне потрясающий подарок, который мне очень нравится, нарисовала, или правильно говорить, написала два моих портрета, на которых я выгляжу, мне кажется, намного лучше, чем в жизни. Вот первый портрет, не откажу себе в удовольствии его поднять и вот так вот показать. Он выполнен холст маслом. Да. Да? Это холст масло. А вот это уже акрил. Правильно я говорю? Правильно. А вот это уже акрил. Ну, по-моему, красиво, честно. В жизни я намного хуже. Я, собственно говоря, не просто показываю вам это произведение одно и второе, чтобы похвастаться, а чтобы поддержать Ольгу Барашекову.